Друзья, не в очень потребном виде, скажем так, начинаю я свой влог. Я сейчас просто тонирую волосы. Кому интересно, сейчас покажу, что я использую. Недорогая краска, растягиваю ее на 2 раза. Тонирую для того, чтобы убрать желтизну. Также в этом видео сегодня я покажу посылку, которую я ждала с косметикой. Сделаем вкусные сырники, которые я обожаю. Практически, наверное, в неделю раз-два готовлю, подсела прям на них. Простой такой доступный способ. Ну, еще что-то интересненькое в этом видео, конечно же, будет. Ну, скажи привет всем. Ну, что ты. Сейчас будешь играться. Нет. Приходится его закрывать, так как он очень шумный. И чтобы было меня как-то слышно видео, то я снимаю отдельно от него. Поэтому вы иногда можете слышать такие звуки. Он просто, например, за дверью сидит и ждет, когда я, например, закончу. Сейчас пойдешь, все. Тонирую я сама. Краску покупаю в профессиональном магазине. Это оттенок 9,65. Краска Estelle Deluxe называется. Вот она. Тут у меня такой творческий процесс. И окислитель 1,5%. Просто наношу на волосы, на всю длину, чтобы не было желтизны. Выдерживаю 35 минут и потом смываю. Все. Не повреждает волосы, придает блеск, можно так сказать. Все просто, быстро, вот перчаточки. Все, время у меня закончилось, смыло. И сейчас хочу показать, чем я пользуюсь в данный момент. Это шампунь и маска-кондиционер, реконструктор фирмы Биокон. Это шампунь для всех типов волос, мягкий, у него такой классный аромат. Пользуюсь уже, наверное, недельки две. Расход очень хороший, такой, не тратится быстро. И вот такая вот маска. Давно хотела попробовать что-то подобное. Это фирма Биокон, американская компания. И нашла вот у них на сайте, ссылочку, если кому интересно, оставлю под видео, где можно в России заказать подобную косметику. И идет маска-реконструктор волос. Выравнивает, делает волосы гладкими, блестящими. И он очень-очень-очень-очень легкий. Если интересно, то обязательно попробуйте. Я давно мечтала о подобном. Вот где-то недели две назад у меня пришла посылочка, и я с удовольствием пользуюсь. Все, подсушила волосы, я их немного выпрямляю, потому что у меня от природы волосы кудрявые. И если их не выпрямлять, они будут как у барашка, так, такие вот кудрявые-кудрявые, пушатся. Ну, то есть, такой вот неприятный для меня эффект. Сейчас мы собираемся, мне нужно забрать кое-какие посылки. Кстати, я скоро уеду, не очень надолго, поэтому нужно переделать все дела вот до отъезда. Нужно купить корм, у собаки корм закончился. И сейчас мы поедем туда-сюда по на небольшие расстояния. То есть все это близко. Раз-раз-раз-раз. И все. И сегодня, скорее всего, мы идем на какие-нибудь такие посиделки. Просто посидеть, поболтать, кофе-чай попить. Так что вот такие планы у нас. Хотела вам показать еще вкусняшки, которые я недавно приобрела. Это, так, как сказать правильно, это арахис с шоколадом, 100% натуральная паста. Очень-очень-очень мне понравилось. Прям, знаете, как будто едите конфетки, что ли, какие-то. Следующее это миндаль. Здесь нет сахара, ну, как бы миндальная паста. Пальмового масла тоже нет, посмотрите. Выглядит, ну, не знаю, мне кажется, очень аппетитно. Я это прикуску с чаем или кофе, мне очень нравится. Уже половину съели. И вот такая вот паста из арахиса. Здесь у нас есть сахар в этой пасте. Сахар, шоколад. Здесь у нас вообще без сахара, без всяких масел. Ну, то есть натуральный. Похоже очень на халву. Твердая, потому что я храню это все в холодильнике. Если вы любите такие подобные вкусности,
то оставлю ссылочку под видео. У нас в магазинах такого, к сожалению, нет. Приходится поэтому заказывать из интернета. И заказала вот такую вот вкусняшку. Прям вот не побоюсь этого слова. Это арахис мусковада. Что такое мусковада? Это сахар тростниковый. Выглядит вот так вот очень аппетитно. До такой степени вкусный арахис. Остался совсем немножко. Если вы любите вот что-то такое вкусненькое погрызть, то тоже вам очень советую. Никогда в жизни не встречала подобного, вот нашла на этом сайте. Это вот мусковада, это нерафинированный тростниковый сахар. И здесь это арахис обжаренный. Ой, до такой степени он вкусный. И вот этот тростниковый сахар, он какой-то необычный. Знаете, такой вкус. Для меня это, наверное, как бы... Впервые я попробовала такое, поэтому если вы любите такие вещи подобные, то заказывайте. Стоит недорого, но очень вкусно и полезно. Ну, смотрите, на подарок, мне кажется, так хорошо. Вот из этих четырех продуктов, вот от этих двух, я прям вот без ума. Вот от этого арахиса и вот этой пасты арахис с шоколадом. Здесь нет соли, нет пальмового масла, но это сладенькое. Друзья, это у меня долгожданная посылка, ждала ее прямо с нетерпением, распаковала, сейчас вам обязательно тоже покажу. Здесь чуть-чуть косметики и чуть-чуть ухода. Делать заказ на сайте 101 идея красоты, это у меня не первый заказ, там очень много разнообразной косметики, которую в наших магазинах днем с огнем не отыщешь, и заказ приходит быстро, и поэтому я вам могу посоветовать этот магазин. Вообще заказ сделала из-за тонального крема, он у меня начал заканчиваться. Я когда-то заказывала от этой компании Dermacol тональный крем, мне он очень нравился. Сейчас заказала, называется он 24 часа контроля. Очень хороший тональный крем, хорошо выравнивает кожу и хорошо держится, скрывает вот этот жирный блеск, поэтому я вам от души советую его. Следующий тональный крем тоже в этом же магазине. Это у меня тональный крем от компании Livrana. Это с SPF фактором, тон номер 3. Здесь также присутствуют витамины. Это витамин Е, есть масло абрикоса, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот этот тон подойдет практически, наверное, всем девушкам. Он и не темный, и не светлый, хорошо выравнивает кожу, довольно-таки такой плотненький. И тоже могу вам посоветовать. Закончилась у меня рассыпчатая пудра, из нее я тоже делала заказ. Заказала рассыпчатую пудру, которая стоит на туалетном столике. Это от компании Dr. Hauschka. Все наслышаны про эту компанию. Остальных средств это все для волос. Первое это мусс для укладки волос с кератином. Все, что я заказывал для волос, это для объема. И даже этот мусс, он легкий такой, он для того, чтобы поднимать корни волос. Берете небольшое количество, наносите и сушите обычно, ну как обычно, феном. И на самом деле такой объемчик сразу. Необычный шампунь. В таком интересном тюбике, тоже для объема волос, но я первый раз помыла, и вы знаете, я легла спать, ну то есть перед сном помыла, с утра встаю, у меня вот такая вот копна, не поверите. Он мне очень понравился, если вам нужен дополнительный объем, вообще он ухаживает, придает объем, запах у него такой, даже не знаю, как описать, очень интересный, необычный, и... Пользоваться им необычно, потому что вот такая вот упаковка, берете небольшое количество, он очень хорошо распределяется, хорошо пенится и предназначен для сухих и тонких волос. Еще один интересный продукт, тоже в такой интересной, необычной упаковке, это бальзам для волос. Тут есть ягоды асаи, и за счет этого у бальзама такой невероятный аромат, который очень долго держится на
волосах. Здесь также масло макадамии, и он для питания, и также для объема. И знаете, мне что показалось, что вот эти вот два продукта, которые шампунь и вот этот бальзам, хотя они как бы разного предназначения, но они прям друг друга дополняют. Ну и последний мне положили вот такую красивую открытку, 101 идея красоты, здесь пожелание лично мне. Друзья, сегодня покажу рецепт сырников, который я прям, знаете, полюбила. И тянет меня. Как бываю в магазине, покупаю вот такой вот творог в пачке, здесь 200 грамм. И, вы знаете, я беру жирность 9%. Пробовала обезжиренно, не так вкусно получается. Покажу, как я его просто и быстро делаю. Как я готовлю эти сырники? Беру творог, какую-то посуду, довольно-таки глубокую. Добавляю туда одно яйцо. Сахар по вкусу. Немного соли. Перемешиваю. И самый главный ингредиент — это манка. Тоже все на глаз. Тщательно перемешиваю и смотрю. Если жидкое, то добавляю еще манки. Тщательно прям вот так вот перетираю ложкой. Еще манки. И из этого количества у меня получается где-то 6-8 средних сырников. Потом немного попробую на вкус, если не хватает соли или сахара, добавляю. И оставляю минут на 15, чтобы манка наша разбухла. И после этого только жарю. Время прошло, я сформировала вот такие сырники. Последний получился чуть-чуть поменьше, потому что остатки уже. И теперь обжариваю с двух сторон до золотистого цвета на растительном масле. Вот такие вкусные сырники получаются очень быстро, просто. Советую всем готовить с манкой. Пока выдался такой случай, хочу вам показать. Вот впереди вы видите мужчину. Ему почти 100 лет. 90 с лишним. И я вам в прошлом году показывала, как он мне принес шиповник, плоды, и сказал: вот вы сидите дома, а я сбегал в лес и набрал шиповника для здоровья. То есть... И, он там участник военных действий, всю жизнь он вел здоровый образ жизни, не пил, не курил. И он каждый день бегает там в лес, еще куда-то. То есть он вообще не сидит на месте. Представляете, я сначала вообще подумала, что он шутит так. У него лицо чистейшее, у него ни одной морщинки. Он так хорошо выглядит, прям лицо свежее. Но я думаю, что это связано с тем, что он постоянно двигается. Сейчас он... Я не понимаю, что он делает. Но такое ощущение, что вытряхивает, что ли, шторы или что. И живет он, кстати, один. А все родственники у него, по-моему, в Москве. Раньше зимой он каждую зиму уезжал и приезжал там весной. А, ну да, сейчас же весна, зимой его, значит, не было. И вот где-то в марте, вот сейчас он появился, значит, он опять уезжал. И он начинает уже действовать, работать, двигаться. А работа у него заключается в том, что он собирает лекарственные травы, там, грибы. Я его спросила, есть ли у него огород. Он говорит: нет, огорода нет, имеется в виду дача. И вот так вот он ходит. Я над ним вообще в шоке. Видите, что он делает? У нас 98 лет, не то что там вот это делать. Мне кажется, даже не выходит из дома. А он в лес бегает, представляете?
Я в шоке. Вот бы нам всем так вот. Но это уникум, честно. Такого я еще первый раз в жизни встречаю, поэтому вот, пока есть возможность, я хочу вам снять его. Вот он ходит с палочкой, кстати.